Когда так в этой жизни бывает, чтобы счастье найти поскорей, люди счастье другое теряют, счастье в лицах своих малышей. Так и здесь их отец подработать удалился в чужую страну, а родительская тяжесть заботы без труда возложил на жену. И как часто бывает такое, в мире скажут, мол, это судьба. Там он скоро увлекся другою, и осталась с детьми мать одна. Впрочем, скоро пришел добродетель, пригласил ее вместе с собой в край далекий, богатый, а дети, детям жребий достался другой. Три птенца, три живых мальчугана, три веселых, смешных сорванца в бедной хижине папу и маму им теперь заменила сестра. Есть немало своих интересов у девчонок 12 лет. Как ни горько, но не было места ей для детства, вставая чуть свет, когда люди кругом досыпали сны десятые, ей не спалось. Постоянные мысли пугали, как бы им голодать не пришлось. Впрочем, мама когда-то учила печь лепешки, она и пекла. И с утра на базар относила, только малое время спустя с горькой болью она осознала, что не сможет семью прокормить, что торгует она слишком мало. Так им вчетвером никак не прожить. А напротив, немного в сторонке, под высокой базарной стеной торговали другие девчонки. Торговали девчонки собой. От того, что она увидала, что впервые открылась пред ней, тихим эхом внутри застонала, было им по 12, как ей. И смотрела, что думать не зная, только жаль не видала она, что за ними давно наблюдая, между ними стоял сатана. Дух жестокий над жертвою новой злые планы тем часом ковал. И змеина коварное слово в сердце словно как мысь послал. Чем стоять, ожидая чего-то, занялась бы торговлей такой. Ведь совсем неплохая работа, а на жизнь точно хватит с лихвой. Пошатнулась девчонка немного, и в глазах стало как-то темно. Незнакомая раньше тревога сжала чистую душу ее. С грязью этой впервые столкнувшись, содрогаясь в кромешную тьму, прошептала, слегка задохнувшись: «Нет, я лучше скорее умру». «Неплохая идея, ты знаешь», — демон ей продолжал говорить. «Для чего ты так сильно страдаешь? Да и впрямь, для чего тебе жить? Ты же знаешь, что денег не хватит, вам надолго, что голод придет, и мучительной смертью и братьев, и тебя непременно найдет. Чем вот так умирать постепенно, горсть таблеток прими и запей, и страдания прервутся мгновенно местью жизнью ненужной твоей». И какой-то недетской мукой исказилось ребенка лицо. Точно звук от сердечного стука ранил болью глубоко ее. Возвращаясь домой, как в тумане, мир как будто померкнул вокруг. Только тяжесть таблеток в кармане, только сердце, чуть сбившийся стук. Вот и хижина, та, что дарила ей когда-то уют и тепло. И последняя мысль пронзила: что же с братьями станет ее? Кто их в этой утрате поддержит? Что от жизни достанется им? Остается одно неизбежно — умереть сразу всем
четверым. И, смахнувши текущие слезы, дверь тихонько прикрыв за собой, поделила на равные дозы горсть таблеток дрожащей рукой. Вот и братья, вернувшись из школы, словно тройка шальных воробьев, залетели, ворвались, ни слова не понять из-за хаоса слов. Гости были сегодня смешные, говорили про Бога, про рай, и брошюрки дарили смешные. На, вот это для нас, почитай! И скользнула рассеянным взглядом по цветному рисунку листа. Три креста, люди, воины рядом, но какие там были слова! Сердце странно, как будто забилось надрывающим мячей тоской, и нечаянно буквы покрылись неожиданной детской слезой. Вдруг какой-то теплой волною незнакомая сила добра обладала и укрыла собою, и тотчас ощутила она, будто рядом стоит незнакомый, но до сладости более родной. И по косам неровно сплетенным нежно гладит пронзенной рукой. И бессильно упав на колени, сотряслась в рыдании, слезах, излила всю тоску и всю боль и томление, что не выразить просто в словах. В свои детские годы узнала то, что детям не следует знать. Но в 12 она понимала, что никто не всякий поймет в 25. В бедной хижине, миром забытые, три мальчишки с сестренкой живут. Через церковь одетые и сытые, а отцом они Бога зовут. Каждый день им сестренка читает, каждый день они в церковь бегут, каждый день их там кто-то встречает, там их любят, вот так и живут. А девчонка всегда повторяет те слова из брошюрки простой и других и себя вдохновляет этой истиной вечной живой. Даже если и мать позабудет и оставит родное дитя, помни, Бог твой и видит, и любит. Твой Господь не оставит тебя. Слава Богу!